Жителям Нижнего Новгорода предлагают поддержать флешмоб «Я выбираю здоровое питание» от городской молочной кухни. Чтобы принять участие, нужно сфотографироваться с продукцией молочной кухни и выложить фотографию в социальные сети с хэштегами «Я выбираю молочку» и «НН Мама рекомендует». Фотографии принимают до 8 апреля, лучших выберут 11 числа. Победители смогут получить один из призов – оживающие фигуры в Play-Doh Touch, игровой набор Play School «Веселый слоник» и набор книг мамы доктора Анны Левадной.